привет! Мы мимимишки, и нам сегодня 5 лет. Осталось узнать, в какой стране мы будем отмечать свой маленький юбилей. Или в Турции, может быть, Нидерланды, может быть, Канада, а может, поедем в Кирибати. Кто же нам поможет найти страну? Это те, кто поможет нам. Это дружко шоу. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не могу ответить вам. Может быть, другие вам помогут. Ну, покажи. Бодров Сергей. О, братья, братишки. Брат. Да, я твой брат. Привет, брат. Привет, брат. Мимимишкам помочь надо? Чего? Каким еще мимимишкам? Ну ладно, поможем. Дмитрий Благиев, все будет, пуки-чики. Все сделаем, найдем страну, все будет. Винни-Пух, в голове мои опилки. О, да-да-да, ничего я не могу. О, да-да-да. Придумать, кроме меда. И там, где мед, меда много. Чак Дорис. Ну, привет, мимимишки. Вызывали? Да, вызвали помочь нам. Ну, конечно. Величайший Чак Норрис поможет вам. Чак жив. Да. Эдуард Эфиров. О, а я и для вас сорганизую обыкновенный концерт. С Эдуардом Эфировым. Николай Басков. О, я буду там петь свои бест-хиты, лучшие хиты свои для вас, мимимишки. Наша Раша. Где говоришь? Концерт говоришь? Мимимишки говоришь? Да. И аншлаг. И будет полный зал, как в аншлаге. О, тетя Регина, помогите нам, пожалуйста. Ну, конечно, помогу вам, мимишки. Ну что, начали. Начали с азбукой, пора. Тигр. Ой, нет, туда не надо. Носорог. Ой, туда тоже опасно. Кот. Так, и... Обака. Канадский кот. Ага. Канадский кот. Ну нет, пока не нашли мы страну. Ну ничего, не отчаивайтесь. Я думаю, что тут много еще книжек. Найдем подсказки. Чего? Начальника. Чего вам надо, начальника? Цвета выбирайте вы. О, наши цвета. Какие наши цвета? И серый. И шапка черная. Не, у тебя шапка фиолетовая. Ну ладно, поищем. Так. Так. Нету тут ничего ни голубого, ни оранжевого. А, нет, Канада первый балл получает. А ты говорил, нету. Вот смотри, есть. Что говори. Ладно, смотрю в следующий раз. А ну все, откройте свои глаза. Распахните свои уши. Включите свой мозг. Сейчас вы будете слушать Николая Баскова. Золотая чаша, золотая, золотая чаша, золотая. Ух ты! Поищите страны, где желтый цвет. Как в Турции, кебаб. Да, первый балл. И Кирибати. И Кирибати первый балл. Вот, слушайте дядю Баскова. А я же вам обещал необыкновенный концерт. С Эдуардом Эфировым. Вот, так что можно спокойненько ехать на... деревню. Да, там поют... петухи. Петухи поют там.
там индюки рэп читают, вот, там коты гуляют, ослы и кони. Очень веселый концерт получается. Ну не, сам ты на ферму давай. Мы не хотим. Не хотим на ферму. Ну как хотите. А я-то пойду. Вы Простоквашино. Да, там говорили, молочко мне дадут. Да, приходи к нам, молоко уже готово. Все, все, иду, Матроскин, иду. Нас мимишки не хотят. Но... Да что вы тратите время? Лучше Тургида спросите. Да, сразу. Он все знает. Куда сейчас можно отправиться. Travel to Turkey. Второй балл. Турция. О. Поняли? Вот как надо помогать. Чё ты смеешься над бедным Винни-Пухом? Боюсь, что ты будешь застрять в неукрощенном дупле. Не застрянем. Братья! Братья, я вам помогу. Ищите страну, где... Коричневый цвет. Да, как мы, как мишки. И не слушайте этого зайца. Я своему другу волку скажу, он его прогонит. О, слышали? Все, уже прогнали. Так, Нидерланды. Нидерланды первый балл. О, круто. На самолет, когда нас долетит в Канаде. Канада, третий балл. Так, что вам нужно? Все будет пуки-пуки. Сейчас мы так, шестую песенку давай. Послушаем. О! Матросская шапка, веревка в руке. Тяну я кораблик по быстрой реке. Ой, ну и куда же кораблик отправляется? Кирибати. Знаете такую страну? Я нет. Ну, короче, поедете. Раньше он был в Латвии в составе. Да. Не, флаг латвийский взяли. О, гады. Взяли из кирибатского флага, да. Латвию. Второй балл. Да. Ну, брат, чего мне делать, брат? Послушай Петю, как Нагиев слушал. Чего? Ну, у тебя буквы 4, песня 4. Картошку копать? Оплатить будут? Будут платить, будут. Ну и где же мы будем картошку копать, а, брат? В Канаде! Канадскую картошку? Ладно, пошли отсюда, в Канаду. Третий балл. Слушай песни, дружко. Да, я не могу ответить. Может быть, в книжке найдем подсказку. Сколько у меня там букв, дружко? 6, песню 6. О, в клетке птичка, это попугай. Солнце над лесом. Значит, ищем лес. Солнце. Солнце. Есть где-нибудь тут солнце? Кирибати. О, есть, Кирибати, третий балл. Вы знаете, что такое Кирибати? Я нет. Я не могу ответить. Ну что, ребята? Ребята, настало время поработать. Да? Вот ты, например. Мы с вами шашечки на такси. Да, такси, который отвезет их на станцию к поезду, который помчится. Турции. Турция, четвертый балл. Ну, а ты... Вот, который отправляется. Кирибати. Четвертый балл Кирибати. Ух ты, как это было весело. Вот. Ну, я могу наконец петь. Золотая чаша, золотая. Золотая чаша наша. Нет, погоди, еще не начался концерт.
Еще мимимишки готовятся, да, еще. Еще азбуку тебе надо и выучить. Конечно, выучу. И для мимимишек. Ключ. О, ключ от гостиничного номера. Кирибати 5-й балл, Канада 4-й балл. Тетрадь. Надо. Все нужно записывать. Все буквально. Ножницы. Нидерланды — это вообще-то Голландия. Басков. Голландия. Г. Гайка. Вот. Вот. Надо тебе там гайки пару привинтить. Чего? Так. Ну, а сама? Я? Я сама? Ну ладно, давайте. Азбука от Регины Дубовицкой. Грузовик. О, садитесь на грузовик. Едем в Голландию, в Амстердам. 4-й балл. Козленок. Тигр. Вот, другие места не надо, там тигры опасно, козлы напасть там всякие еще могут напасть, лучше не надо. Ты-дыш. Так, ну что, можем свой концерт продолжать. Итак, мы услышим, как поет Миша. Нет, нет, не рычит, а поет, поет. Да, дядя Миша, мы же все-таки родственники. Спой нам, пожалуйста. А я сейчас спою. Я готов. Ну вот, и о чем вы пели, о какой стране? Мы будем в Турции. По Турции вы, значит, 6-й балл. Так, ну что, опять нужна моя помощь? Да, выбери. Без Чак Норриса вы не можете? Да и не... Ну ладно, смотри и слушай. Берешь такси и едешь в станцию и садишься на поезд и едешь прямиком в Турции. 7-й балл. Все ясно? Ясно, Чак. Надеюсь, больше не будете вызывать меня. Ваня, не будем, Чак, вызывать тебя. Выучи азбуку. Винни-Пух. Какую азбуку? У меня же в голове одни опилки. Золотая чаша, золотая. Полная с медом? Не. Ай, ну тут нет, не годится. Не годится мне. Да. Ребята, может, вы умнее? Да, я буду выучить. Кеша, я буду выучить. Поможем Винни-Пуху, поможем. Трубадур. О, песня Трубадура в Турции, 8-й балл. Кузька. Кузькина мать. Герда. О, девочка Герда. Она ждет тоже новых серий в Голландии. Голландия первый балл получает. Ну что, опять? Выучи азбуку. Нагиевшка. Да? Чего? Ну ладно. Все будет пуки-чики. Да. Торт. О, телефон. Слышали? Торт, праздничный тон находится в Турции. 9-й балл. Кот. Кит. Котов и китов не будет. Ножницы. Нитки. Нагиев, тебе же говорили. Нидерланды. По-российски. Голландия. О, гусеница. Ну, тогда... Гитара. Гитара, тогда сыграть можно. Я буду использовать гитары в праздничном концерте. 6-й балл. Ну вот. Чего? Брат, брат! Тетрадь. Брат, я не знаю, что делать. Что мне делать? Позвони маме. А, маме позвонить? Давай. Давай позвоню маме. Мама, что мне делать?
Привет, мама! Мама! Она меня не слышит. Ну, позвони тогда нашему дяде. Ну, привет, дядя! Что мне делать? Так он опять меня не слышит. Что тогда сделать? Я не знаю, что мне делать? Чего мне делать? Чего? Лучше ты на самолете лети в Нидерландах, Голландии. 7-й балл. Да, летите в Голландию на самолете. Мы тоже полетим туда, да, братишка? И тоже мы будем праздновать 5-летний концерт. Так, что тут такое опять? Азбуку выучи, дружко. Ну ладно. Но я не могу ответить сейчас. Сейчас пройдемся. Нитки. И ты туда же, куда Нагиев? Да. Вам же сказали, Нидерланды по-российски. Голландия. Глобус. Вот, которая есть на глобусе. Нидерланды есть. 8-й балл. Компьютер. Да, посмотрите в компьютере, там все можно узнать. Канада, 5-й балл, Кирибати, 5-й балл. Телефон. Или позвоните тем, кто вас рисует. Они наверняка знают, ваши художники знают, где же будут праздновать ваш юбилей. В Турции. 10-й балл, Турция получает. Ого, круто. Ну, видите, собирается полный аншлаг. И праздничный концерт мимимишек тоже. Да. Я буду... Даже Басков будет, даже Нагиев будет. И Блат Эфиров будет. Ножницы. Регина, и вы туда же. Ой, я... А я буду тоже на гитаре играть, как Нагиев. Да. С удовольствием. Я когда-то в юношестве играла на гитаре в Голландии. Вот 9-й балл. Кастрюля. О, там пустые кастрюли. В Кирибати и в Канаде делать нечего. Торт. О, а в Турции торт находится. 11-й балл. Праздничный торт. Круто. Золотая чаша, золотая! Басков, выучи последнюю азбуку. Рано еще. Выучишь азбуку, тогда, может, и споешь. Ну, ладно. Клоун. Я не клоун, я певец, я артист. Заслуженный артист России. Трактор. Это Егор Крид на тракторе едет. Гусеница. Да... Бестолочь ты, Басков. Чего? Да как ты смеешь нам бестолочь назвать? Ну что, опять нужна моя помощь? Лучше эксперту спросите, а мне не да. То тебя вам. Идите, спрашивайте эксперта, он все знает. Ага, ясно. И кто же у нас эксперт? Я Брюс Виллис. О, величайший Брюс Виллис. Где же пройдет праздник в честь 5-летия мимимишек? Я знаю, что в Нидерландах будет происходить. Много тюльпанов внизу. Ага. Много цветов. Это все нам. О, и мельница только что была. О, похоже? Похоже. Похоже мельница. И тюльпаны внизу. Итак, мимишки отправляются на свой юбилей. Не концерт вместе с Николаем Басковым в Нидерландах. Золотая чаша, золотая! Я спою вам! Уводь билеты!